Всем привет, с вами Юрий Хованский, и это шоу «Стоя». И начать его я хотел бы с такой весьма необычной аллегории. Представьте себе своего друга, друга, которого вы любите, которым тусуетесь, с которым вы пересекаетесь. Представьте себе, что этот друг внезапно начинает есть говно. Есть говно большими ложками, зачерпывая его, наслаждаясь говном. И когда вы попытаетесь его остановить, если вы попытаетесь, потому что это ваш друг, я лично не хочу себе друзей-говноедов, вы пытаетесь его остановить и доказать ему: прекрати, зачем ты ешь говно, в этом нет смысла! Прекрати есть говно, зачем ты это делаешь, оно даже невкусное! Люди не едят говно, зачем ты это делаешь? И как вы уже поняли, сегодня мы будем говорить о такой вещи, как музыка. Юрий, в ваших стендапах нет шуток как таковых, чем вы это объясните? Ну, мои стендапы — это просто поток сознания и непрекращающийся источник желчи и сарказма, поэтому я не могу вставлять шутки в типичном понимании вашего слова, хотя, нет, я могу вставить шутку. Давайте сделаем шутку прямо сейчас. Тук-тук! Кто там? Человек, который не может придумать шутки. Вы жалкий. Да, я еще и жирный. И дело здесь не столько в поедании говна, хотя мне не нравится, когда люди при мне едят говно, в основном потому, что это воняет. Дело в том, что эти люди пытаются накормить говном меня. У вас ведь есть знакомые, которые приходят к вам в гости, некоторое время сидят, просят поставить музыку, а потом говорят: поставь один мой трек, пожалуйста, я хочу... О, эти мерзкие, эгоистичные ублюдки, как я их ненавижу. Поставь мой трек, ну чё ты, давай. Я один трек поставлю, он нормальный, хочу послушать. Как я ненавижу этих ублюдков. Если, серьезно, если вы так делаете, если вы приходите к кому-то в гости и после этого просите поставить какой-то свой трек, я желаю вам, чтобы вы умерли от рака. Я искренне желаю, чтобы вы умерли от рака. Я, кстати, хочу пояснить по поводу смерти от рака. Я часто шучу по поводу рака в своем шоу, и это вызывает обилие дизлайков. На прошлый выпуск мы получили довольно большое количество дизлайков. Это же просто шутка, чего вы? Это же просто шутка, это же смешное шоу. Естественно, я не желаю рака всем тем, о чем я это говорю. Это просто шутка. Почему вы не можете оценить шутку? Это же шутка, но... В случае с людьми, которые ставят свою музыку в гостях, даже несмотря на то, что это шутка, по забавному совпадению я действительно желаю этим людям умереть от рака от всего сердца. От всего ёбаного сердца я желаю медленно и мучительно умереть от того, что метастазы разъедят их мозг, они начнут сраться под себя, их близкие перестанут о них заботиться, они будут просто лежать на куче говна в кровати. Да, именно этого я желаю вам, если вы делаете эти штуки. Зачем вы желаете всем умереть от рака? Ну, дело в том, когда я учился в ЛТИ, я очень не понравился своему преподу по информатике, и я всегда желал, чтобы он заболел раком. Он действительно заболел раком и умер через несколько лет. Потом я перешел в другой университет, и меня возненавидела преподавательница по истории. Я действительно пожелал ей, чтобы она заболела раком, и она заболела раком, и она заболела раком и умерла от него. И поэтому я подумал: может быть, я волшебник? И я бы мог пройтись по конкретным музыкальным стилям, но это был бы низкий класс. Хотя, признайтесь, вы жаждете этого. Вам ведь нравится подобный юмор, типа: ха-ха-ха, дабстеп! Что за говно? Какое-то непонятное бурчание, как будто лазерные мечи свистят и стиральные машины. Что это вообще за музыка? Или: ха-ха-ха, транс! Транс — это состояние души, да! И это хуёвое состояние! Но я не буду этого делать, потому что это... действительно бессмысленно. Я недавно понял, что абсолютно бессмысленно объяснять людям, что их музыка говно. Несмотря на то, что я обладаю достаточно хорошим вкусом, я не могу никому объяснить, что их музыка говно. Я вообще не могу объяснить людям, что что-то говно, потому что люди обладают чудовищным вкусом. Я приведу пример. У меня был друг, и он нашел себе девушку. Совершенно страшную, бессовестную девушку, которая держала его в ежовых рукавицах и была чудовищной во всех отношениях. И я пытался доказать ему, что это говно, прекрати, существует много других девушек, расстанься с ней, она тебе не нужна, это глупо. И в плане аллегории с музыкой, просто друг перестал со мной общаться. Друг перестал со мной общаться из-за того, что я пытался навязать ему свой вкус. Из-за такой мелочи я прекратился, ну или из-за этого, или из-за того, что я все-таки переспал с этой девушкой, но... Возможно, это из-за этого, да, возможно, все дело в этом, но пример от этого не становится менее емким. Это было неплохо. Правда? Да, но одной шутки на целый выпуск маловато. Черт. Они говорили мне это, когда они взяли меня в школьную команду по КВН.
Но сколько же существует плохой музыки? Сколько же существует плохой музыки? И люди постоянно достают меня с Цоем, и мне придется сказать немного о Цое, потому что Цой — это ужасная музыка во всех отношениях. Человек, который полностью скопировал имидж, да, скопировал музыку, украл все, что можно было у группы Cure. И при том, при всем при этом, он так и не научился ни играть, ни петь. Но люди любят Цоя, люди не разрешают тебе издеваться над ним, потому что Виктор Цой — это легенда. Да, он не был музыкантом, но он был вдохновителем, он был легендой русского рока, несмотря на то, что он не был музыкантом. Ну, то, что он не был музыкантом, это 100%, потому что он не мог нормально ни играть, ни петь. Дело здесь не в том, дело в том, что уважать человека в музыкальной индустрии за то, что он был легендой, а не музыкантом, это все равно, что отсасывать член человеку, который очень хорошо играет в сапера. Я понимаю, что сапер — это очень логичная игра, она требует какого-то напряжения интеллекта и так далее. И человек, который очень хорошо играет в сапера, возможно, достоин уважения, но я не собираюсь отсасывать ему член. Почему я должен уважать человека, который не мог нормально ставить аккорды, не мог нормально петь? Почему я должен уважать этого мудака и следить за его творчеством? К слову, о том, когда люди, которые не связаны с музыкальной индустрией, берутся за музыку и их слушают из вежливости. Гитара? Серьезно? Что дальше? Дуэт со Слепаком? Он уже отказался. И я понимаю, что когда человек без слуха, без умения игры на гитаре и без голоса тянется к гитаре, это всегда плохая идея, но что я могу сказать, что если вы раньше ставили дизлайки этому шоу, теперь у вас есть аргументированный повод. Как? Как ты можешь на Цоя гнать? Ты сначала добейся, чтобы обсирать. Ты оскорбляешь людей, шепелявый гей. Задеваешь чувства чужие, чтоб славу снискать. Я не умею шутить, мне вас не рассмешить. И я осознаю, что я плохо пою, ведь я просто шут, быть может, дурак. Но я желаю всем фанам русского рока, чтобы их всех убил рак. Русский рок, ты почти что неплох. Кроме того, что слушать тебя может только полный лох. Долой ноты, голос, аккорды, давай споем с тобой. Станем мы всемирно известны. Ну, тут последняя строчка явно угадывается, на самом деле, поэтому... Станем мы всемирно известны, как Виктор Цой. С вами был Юрий Хованский. Это шоу «Стоя». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока.